Борис, ну, здравствуйте. Поздравляю вас с наступающим днем медицинского работника. Привет. Спасибо большое. Кирилл. Кирилл, тебе подарок. Спасибо большое. Надо было еще и мяч баскетбольный, да? Спасибо большое. Тебе. Пройдемте в зал. Семья Калашниковых из Медвежьих озер принимает гостей. К ним приехал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков. Нина Калашникова – жена участника СВО, старшего лейтенанта Николая Калашникова. Он был мобилизован в октябре 2022 года. До службы работал IT-специалистом. А Нина – участковая медсестра в Медвежьеозерской амбулатории. Глава поздравил ее с профессиональным праздником – Днем медицинского работника и узнал о потребностях семьи. Как дела? Не жарко? Хорошо. Хотела сказать вам огромное спасибо за чуткое отношение к нашей семье. Мой супруг мобилизован уже почти 2 года как. С первого дня семья находится под патронажем Центра поддержки семей участников специальной военной операции, который оказывает помощь по всем вопросам. Детки у меня вот в садике Ариша была, бесплатное питание, кружки, все бесплатно. Кирилл тоже в школе был, кружки, питание, все с первых дней. Да вообще по любым вопросам, как бы я могла позвонить, и меня поддержали, рассказали, подсказали. Огромное спасибо. Вообще, то, что штабы такие организованы, я считаю это здорово, потому что очень тяжело семьям. Бывает, да. Младшей дочери Арине 7 лет. Она окончила первый класс Медвежьеозерской школы, а во второй класс пойдет уже в новый корпус школы номер 19 в поселке Новый Городок. А это гораздо ближе к дому. Девочка перейдет туда вместе со своим классом и первой учительницей. В этом также оказал содействие Центр поддержки семей участников СВО. Тебе спорт больше или творчество, или что-нибудь там? Арина поделилась, что увлекается спортом и мечтает о щенке корги. Глава ответил, что это возможно, но сначала надо познакомиться с породой поближе. Сыну мобилизованного Кириллу 16 лет. Он уже окончил 9 классов, сдал ОГЭ, планирует связать свою жизнь с IT-сферой, как и его отец. Обучаться хочет в Щелковском колледже. Какой профиль больше хочешь? Какую профессию? Ну вот я вот сейчас мы планируем, то есть мне предложили пойти на проектирование дорог, потому что у меня типа балл небольшой. Много направлений и службы по содержанию, и управление дорог, и управление благоустройства с точки зрения работы, с точки зрения, ну, если нравится айтишному, значит, надо, ну, как бы пробовать туда. Нина, которая в сфере здравоохранения уже 20 лет, хочет повысить квалификацию. Глава пообещал помочь осуществить это без отрыва от работы. Вся семья ждет возвращения папы домой с победой. Анна Наприенко, Анастасия Маркина, Щелковское телевидение.